Смерть от PowerPoint. Что это такое? И как этого избежать? Представляем такую картину. В комнате темно, аудитория замерла в тишине. Выступающий идет по сцене к трибуне. Он делает пару вступительных слов, берет в руки пульт и включает презентацию. На экране появляется слайд за слайдом. Слишком много текста. При этом шрифт малоразборчив, его очень плохо видно. Такой способ презентации вполне допускается, но он не вызывает особого восторга у публики. Лишь только вздохи разочарования. Очередная презентация в PowerPoint. И уже все понятно. Этим все сказано. Это скука. Смерть от PowerPoint. Есть известная пословица «умереть со скуки». На английском она звучит так «been bored to death», то есть до смерти скучная посредственная презентация на компьютере. Подобный феномен «смерть от PowerPoint» происходит в классных комнатах, конференц-залах, в аудиториях во всем мире, все время. Презентация за презентацией. Презентация за презентацией. Но если данный способ передачи информации убивает аудиторию, почему же он до сих пор популярен? Почему так много людей используют эту технику? Наверное, одна из основных причин заключается в том, что это очень простой способ передать много информации за один раз. Но только потому, что это очень легко и просто, это не означает, что это правильное решение для публичных выступлений. Особенно, если такой способ убивает аудиторию. Так что же делать? Как решить эту проблему? Я предлагаю вам два способа, две техники, которыми вы можете дополнить или вовсе заменить презентацию PowerPoint. Первая техника заключается в том, чтобы привлечь внимание аудитории. Что имеется в виду? В буквальном смысле вы берете с собой на сцену вашу старую школьную магнитно-маркерную доску и маркеры и начинаете на ней писать. Вы рисуете графики, записываете ключевые моменты. Таким образом, вы создаете живую презентацию на глазах у всей аудитории. Такое непосредственное участие в вашем выступлении наверняка должно заинтересовать зрителей. Это должно пробудить их. Вторая техника заключается в следующем. Это, кстати, один из самых моих любимых способов. Вы указываете на ключевые моменты в вашей презентации. Что это означает? Вы используете ваше тело, чтобы передать информацию. Вы якобы вытанцовываете. Каким образом вы это делаете? Это работает так. К примеру, у вас есть три основных момента. С помощью ваших рук вы создаете вертикальную лестницу. Вы ставите руку вот здесь и называете пункт А, затем чуть ниже, пункт Б, еще ниже, пункт С. Постепенно спускаетесь вниз. Это лестница из ваших ключевых моментов. Вы также можете создать горизонтальную схему из ваших пунктов. Пункт А, пункт Б и пункт С. И, к примеру, если вам нужно вернуться к первому пункту, к пункту А, вы просто рукой указываете на данный пункт. И за вашим передвижением рук внимательно следит аудитория. Они визуально знают, где находится каждый пункт. Ну и последний момент. Вы можете полностью использовать ваше тело. Мне очень нравится такой метод. Вы можете передвигаться по сцене к воображаемым пунктам, к пункту А, затем к пункту С и так далее. Это очень здорово работает. И если вы забыли что-нибудь сказать по какому-то конкретному пункту, вы просто можете к нему вернуться. Это очень легко. Ну что же, давайте подведем итоги. Обе эти техники вы можете использовать как в качестве дополнительного инструмента к презентации, или же вовсе вы можете ими полностью заменить вашу презентацию в PowerPoint. И что в итоге вы получаете? Внимание вашей аудитории. Вы помогаете им проснуться и не дать им умереть от PowerPoint. С вами была я, Лора Пен. Вы смотрели программу «Уголок для оратора». До свидания.